Великие ученые Никола Коперник и Галилео Галилей жили в разные времена, но по выходным любили встретиться и поболтать за кружкой пива. Ну что, Коля, за науку? Давай. За нее. А что там у нас новенького? Ну? Она круглая. Плоская. Да какая же она плоская? А? Да круглая, да круглая, круглая. Плоская. Да что вы мне говорите, что она плоская? Какая она плоская? Круглая она, не плоская. Плоская. А я говорю, круглая. А я говорю, плоская. Круглая. Плоская. Я все понял. Она же вертится.